New interceptions are here, but before you listen to the first one, you should know that it was intercepted near Kharkiv just recently. Also, you should know the meaning of the popular Russian and Ukrainian saying that goes as "our hut is on the outskirts." Basically, it means when you don't feel responsible for anything because you don't feel involved. Now, when you know it, let's listen to this interception. У меня с года 11 человек, должно быть 30. У нас от батальона, батальон 320 человек, нас 52. Да, завтра, ну, отказники, не только раненые, убитые, отказников. Вал просто. Они, когда раскрыли эти вопросы, без всяких возрастов, без статей, без медосмотров, сюда повалила одна шваль. Вся шваль убежала после первых двух обстрелов. Сейчас здесь остались одни ветераны. И дети с характером. Ну, в смысле, дети есть тут 20-летние, 25-летние, которые вот фильмы пересмотрели. Пропаганда работает. Ага. Вот, вот. А так ничего, все ничего. Сигаретами плохо, а так очень ничего. А там кто-нибудь из наших есть из Нижегородских, нет? Есть, но мало, мало, мало. Ну, есть, 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 есть. Мало. А основная масса — это юг страны. Ага. Ну, Ставрополь, Ростов. С Крымом вообще никого нету. Я говорю, вот смотрите, наш один крымчанин есть в батальоне. О, я говорю, вот так, вот так. Наша хата с краю. Mm-hmm. У нас тут, ой, у нас свои подорвали, сегодня свой подорвался. Мы уходили, оставили позиции. Mm-hmm. А позиции я наставил растяжек. А он мне не сказал, пошел забрать свой рюкзак с плащ-палаткой, с клеенкой. Но я поставил грамотно, он не увидел. Ну, вот ему кусок жопы оторвал. Ой, кошмар какой. Ну, вот я виноват, не виноват, вот как. Вот так. Короче, я тебе сказал, русская пехота. Все, вот как должно быть. И смех, и грех, и подлость. The next call will be mostly about recent Crimea explosions. It seems that the attack really made a blow on the Russian morale, because now they don't feel safe even in the far rear. So let's listen to this interception. Тут говорят, что 11 бригады здесь больше не будет. Ну, типа, от всей бригады очень мало осталось, поэтому ее будут переводить куда-то там, в Крым. Расформировали. Город, говорят, значит, будет, потому что у нас меньше половины осталось. Вот, писали, куда-то в Крым прилетели ракеты «Хаммер». Вот, кстати, про Крым хотел спросить, что там прилетело? Это не пишут, как будто бы что-то какое-то этот взорвался просто. А люди-то местные их опрашивают, и они говорят, то, что ракеты прилетели, прям видно было, что так разве что-то взорвется, якобы то, что это правда прилетело, вот «Хаммерсом». Ну, как взорвалось или прилетело сюда? СМИ пишут, что взорвалось. А местные жители говорят, что прилетело. Город называется Новофёдоровка в Крыму, куда прилетело. Please leave a like under this video to help me out on YouTube. Thank you so much for your attention and support. Hopefully I will see you soon. And goodbye to you all.